Кино на Тиверос. Садись. Привет. Ты куда прешь, урод, в ноги? Рот захлопни, лохудра, едь на рынок. Иди сюда. Ты че, баран, а? Латы, что ли? Сколько лет не виделись, а? Слушай, мне сказали, что тебя грохнули. Ну, вроде того. Да и них в стене в отделении не видно. Ну, да. Менты здание забрали через 2 года, как я сел. Весь вопрос, как их забрать. Приехал 30 минут назад. Человека за ним я уже представил. Но встречал кто-нибудь? Ваша бывшая жена. Может быть, на вилл его посадим и дело с концом. Следить за ним лично. Днем и ночью. 10 миллионов еще у него есть. За что ты его так не любишь? Не люблю слишком умных. Если ты рассчитываешь на какую-то свою долю здесь, то твоей доли здесь нет. Твой бывший муж напарник твоего бывшего мужа? Да. Ладно, послушай. Короче, хуже, чем было, не будет. Владимир Вдовиченков в фильме «Выход. Воскресенье» на ТВ-РУС.